Снимай музыку в зале. Внимание, минутная готовность. Августин, скажи музыку в зале, пусть снимет. Ровно посередине за сценой. Сейчас черный квадрат за крыльями. Моторы идут? Да. Крупные планы в черное. Крупные планы в черное. Черное ушли уже. Все должно быть заряжено. Потому что будет всего там 30 секунд в одной песне переодеться. И нужно будет быстро снять платье, одеть новое, взять атрибуты. Ты с Серегой почти светом? Что там? Последние секунды перед концом. Пошел занавес. Все, тишина. Начинаем. Мы лучше всех, раз, два, три, ура! А на начало, прямо на вступление песни, если сделать не то, что уже там стоит, а можно и начать вот так вот туда дать. Я могу только все развернуться и начать петь. Да, может быть, сбоку. Нельзя снимать. Съемка запрещена. Как ощущение? Как 30 лишних килограмм. Волнуемся безумно. Вот кому тебе надо. Хотим, чтобы все получилось. И получилось круто. Осталось буквально считанные минутки. Да все отлично. Готово выходить уже поскорее. Да. Удачи! Все будет супер. Абсолютное торжество таланта, женственности, энергии, любви и огромный подарок нашему зрителю. Помимо того, что каждая из исполнительниц это суперпрофессионал высшей пробы именно как исполнитель, как певица, они еще и все и красивы одновременно. Они настолько позитивные, девушки, и сколько я их не вижу, уже достаточно долго, на разных мероприятиях, и когда они появляются, мероприятия на сцене, не знаю, там на экране, хоть сразу такой позитив, какая-то энергетика такая, которая заставляет тебя радоваться жизни.
довольны, все довольны. Мы сейчас. Ну, здорово, очень классное ощущение. Встали, конечно, потому что выкладываешься больше, чем на 200%. Это так тяжело, это так приятно. Ой, такое облегчение.